Всем привет, друзья! Сегодня хочу снять вот такое интересное видео, сравнить вот эту легендарную P2000, вот 3 грамма нека, сравнить ее с вот этими вот новинками. P2000 от Furor, Banger от Furor, пиратка C4 от Золотого Дракона и PP3 от Кометы. Хочу сравнить, как они будут по мощности. Сначала взорвем PP3, C4, Banger и P2000 от Furor, а потом в конце бахнем вот такую P2000 и посмотрим, какая будет мощнее. Пишите в комментарии, что думаете. А мы погнали. Так, друзья, сначала для разогрева взорвем вот такую вот розу Grand Bloom Flower от Максим. Это у нас роза с треском. Погнали. Ух, люблю розочки от Максим. Классно крутятся, мощно, и треск классно срабатывает. Ну, теперь перейдем к нашим петардам. Погнали. Первая PP3. Неплохо. Идем дальше. Дальше у нас пиратка C4 от Золотого Дракона. Вроде, ребят, немного помощнее была. Вот от нее корпус упал. Идем глянем. Вот C4. Смотрите, пол петарды. Дальше на очереди Banger от Furor. Да, ребят, Banger уже намного мощнее предыдущих. Раза 2-3, наверное. Идем дальше. Дальше у нас вот такая P2000 от Furor. Сжигаем. И убегаем. Будет мощно. Ух. Аж бас такой пошел в ушах. Да, ребят, это уже очень мощно. Ну и дальше взорвем, ребят, вот такую легенду. P2000 от Максим, 3 грамма нека. Это будет мощь. Она еще должна быть со вспышкой. Погнали, установим. Устанавливаем, ребят, P2000 от Максим и поджигаем. Убегаем. Лупанет мощно. Ух. Это, ребят, был реально самый мощный взрыв. Пишите в комментарии, как вам такие взрывы. Взрывали такую по 2000 когда-то?